привет. Записываю видео. Пришла убирать с участка муравьев. Видите, сколько много. Я прочитала, что чтобы их не убивать, как было тоже жалко, они же существа, живность. Берут просто побелкой и звездкой. Вот сейчас попробую. Они уходят просто из огорода в другое место. Потому что здесь очень много расковыряла. И вот их очень-очень много вообще. Прям белым-бело. Ну, посмотрю, не знаю, насколько это правда. Ну, потому что здесь вот, смотрите, кишит. Очень-очень много, прям вообще не знаю. Ну, насыплю побольше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь вообще что творится? Здесь целый рассадник. Вот они, я расковыряла, видите, они же аж бегают. Ну, не знаю, насколько. Ой-ой-ой-ой. В рассыпную. Вот смотри, смотри, что делается. В рассыпную. Ну, попробую, не знаю, что у меня тут получится. Ой, вообще. Вот, ой, я вот много, очень много. Я расковыряла их домик здесь. А, увидела вчера. Капусту окучивала, траву срезала. И увидела вот здесь вот их, вот это вот дело. Много было. Но я не думала, что настолько много. Вы посмотрите, что делается. Ой, вообще, вообще бегают, бегают, бегают. Они как ошарашенные бегают. Сейчас еще подсыплю, перемешаю, чтобы вовнутрь туда она маленько попала. Ой, вообще, конечно, это что-то с чем-то. Я не знаю, насколько поможет, насколько правда. Но вот почитала, где звездка, там они уходят. То есть не переносят они звездку. Ну, проверим. Пойдем дальше искать. Где-то еще вчера видела. Пойду дальше искать. Очень много. В этом году вообще очень много этих муравьев, я хочу сказать. Они везде, вот везде прям. О, о, еще, смотрите, что делается. Здесь вообще, здесь тоже. Вон, кишит все. Вон, что делается. Поползли, поползли. Все, сейчас насыплю. Ну что, будем избавляться, потому что у меня здесь и яблоня рядом. Сливу они мои так я и не спасла, не знаю. Надо ее дальше с ней бороться, с ними бороться, выводить их. Ну, очень много. Их очень много. Вот. Вот они бегают, бегают, бегают. Вон они бегают. Забегали, забегали. Ну, посмотрим, сколько это действует. Это вообще, это что-то. Попробую вот и звездку. Что? Что, как будет? Продолжение смотрите. Буду снимать. Продолжение смотрите. Сейчас еще посмотрю, где. Может, здесь, где еще есть. Вот здесь вот было, но, по-моему, сейчас они отсюда ушли. Сверху. Они сверху ушли, теперь вниз спустились, походу. Ну, здесь нету. Но зато здесь вон кишит все. Кишит все. Сейчас и звездка, а потом сейчас просто дождик идет. Толку их эти ставить. Надо как-то придумать, чтобы от дождя спрятать. Пока под какую-то, может быть, что-то придумаю. Борную кислоту знаю, что с сахаром разводит. Что они уходят тоже. Ну вот и звездка. Попробую звездку. Нужно все методы испробовать. То есть вот так вот. Короче, везде их хватает. Вот, пошла сегодня вести борьбу. Ну, как здесь поменьше стало? Ну, немножко поменьше, но они уходят. Немножко поменьше. Ну, не знаю, бегает, бегает как ошарашенный. Вообще. Это что-то с чем-то.
Ну вот, вот два места я нашла. Посмотрю, как самые такие большие, крупные, где вот они у меня обосновались. Вечером посмотрю, сейчас посыпала, вечером посмотрю, что будет дальше. Что дальше будет? Ну, их поменьше стало, но они в землю ушли. Ну, посмотрю, что дальше.